Площадь Сохо – это третья после старого города Инаама-Бэй более современная достопримечательность Шарм-эль-Шейха. Сохо-сквер расположен на площади возле отеля «Савой». Рядом есть еще несколько отелей – «Сива-Шарм», «Исланд-Виф-Ресорт», «Хилтон», «Конкорд», ну и несколько отелей в пешей доступности. Здесь есть все – рестораны и кафе, магазины с фруктами и аптеки, магазинчики с сувенирами, духами, украшениями, одеждой и сумками, мини-маркеты. Здесь можно купить мороженое и сладкую вату и посмотреть на поющие фонтаны. Этот светомузыкальный фонтан собирает ежедневно большое количество туристов, которые съезжаются по вечерам со всех уголков Шарм-эль-Шейха полюбоваться этой завораживающей красотой. Конечно, это не фонтан в Дубае, но он все же, несомненно, заслуживает к себе внимания. Здесь можно увидеть не только туристов, но и местных жителей, которые приходят сюда целыми семьями. Это место, площадь Сохо, называют самым европейским на территории Шарм-эль-Шейха, но в то же время оно сохраняет и восточный колорит. На совсем небольшой территории площади работает 11 ресторанов, которые предлагают блюда самых разных стран. В том числе здесь работают и рыбные рестораны, куда любят захаживать наши туристы. На этой площади регулярно проходят выступления артистов, но не только на небольшой сцене. Мне приходилось увидеть и большое костюмированное шоу. Самым необычным из расположенных на площади Сохо заведений является крытый каток и ледяной бар, где все сделано изо льда. Обязательно покатайтесь на коньках в 40-градусную жару. Здесь найдутся развлечения и для детей, и для взрослых. Вся территория Сохо хорошо освещена. Здесь много зелени и цветов, и разных скамеечек. А еще здесь много бронзовых фигур, где можно сделать интересные фотографии. Иногда здесь ощущаешь себя, как в музее бронзового зодчества.